Привет, меня зовут Анастасия. Сегодня я буду вам показывать, что я возила с собой поездку в Турин для того, чтобы подрезать волосы. Как видите, у меня были длинные волосы, а сейчас у меня прическа принцессы Дианы. Вот. Итак, я с собой взяла вот такой рюкзак. Мой любимый из Pac Marvel, на котором есть вот такие вот стикеры, наклеечки, нашивочки. В общем, начну с переднего кармана. Итак, здесь у меня вот такой вот красненький пакетик из магазина Lush, куда я заходила в Турине. Я купила их твердый парфюм Карма. Для меня он пахнет немножко чем-то медовым, потому что там такой запах, я вам, в общем, напишу в перевод, чего-то сибирского, сибирской ели, что ли. В общем, а у меня часто бывает мед с эвкалиптом, поэтому для меня пахнет чем-то медовым. Буду им очень радостно пользоваться. Дальше у меня здесь вот такие вот салфетки. Влажные. Нет, это сухие. Вот влажные салфетки на всякий случай. Если, например, подмышки начали вонять. Два дезерватива. Всегда ношу с собой, не знаю почему. Две конфеты, которые мне вчера дала мама. Сейчас найду вторую. Одна конфетка вот. Где вторая? Вот вторая конфетка. Ручка с резинкой, которой я пользовалась для того, чтобы связать свои длинные волосы. Да, шла к парикмахерскую. Гель для рук. Им я, кстати, хорошо воспользовалась в этой поездке. Старая салфетка, которую я уже высморкалась. И помада. От Essence в номере 17 Prisma Glow Sheer & Shine. Давайте еще нанесем немножко, увлажним губы. Она у меня в проекте использовать и выбросить. Вот это все для переднего кармана. Задний карман, как видите, очень тяжелый. И в нем у меня очень большое количество вещей. Так, во-первых, вот такой вот термос. В нем был чай, который я допила с 3 ложками сахара. Вот такой вот обед. Как видите, фокаччо с колбасой, но я ее не съела, потому что мне там предложили пообедать с ними, и, в общем, я пообедала за их счет. Вот такой вот завтрак, это два круассана, которые сдавлены, вот съем их завтра, я думаю. Конечно, все в хлам. Потом вот такие вот билеты. Я их распечатала из дому. Потом вот такие вот снеки с сыром. Сырные палочки. Kindle. Я сейчас читаю книжку «Тонкое искусство похилизма». Маска. FFP2. У нас требуют в поездах всегда использовать FFP2. Кстати, в этот раз контролировали как билеты, так и документы. Здесь у меня Green Pass, это такой документ, в котором записывается привиты ли вы. И также у меня здесь все мои документы, там, поскольку я иммигрант, у меня документы, называется карта Di Soggiorno. Тессера санитария, тессера дидентита. Также деньги, которые мне дали за обрезанные волосы.
250 евро, кстати. Неплохие, правда? Также у меня была с собой вот такая вот косметичка, которую я вам покажу позже. Расческа. Парфюм от Jasmine, от Victoria's Secret Jasmine Noir, который у меня уже заканчивается, как видите. Опять две пачки салфеток, потому что у меня постоянно течет нос. А в Турине холодновато. И вот такие вот зарядки, зарядка для телефона. Я ей пользовалась в поезде. Очень современные поезда, здесь можно все заряжать. Так, покажу вам, что у меня в косметичке. В косметичке у меня все самое нужное. Так, это для очков с прилипшим диском, с красной помадой. Дальше у меня здесь вот такая вот пудра от Kiko. Это смывка для макияжа, потому что мы там снимали видео, в общем, нужно было краситься. Вот такая вот тушь от Pupi Vamp. BB-крем от Garnier, которым я не воспользовалась. Также несколько кисточек, которыми я тоже не воспользовалась, к сожалению. Только той, которая для бровей. Сейчас найду последнюю, да. Вот этой для бровей я воспользовалась, когда восстанавливала свой макияж после того, как меня умыли. Дальше у меня здесь вот такая красная помада, которую меня там красили во время видео. Тоже будет воспоминание о поездке. Точилка для карандаша. Вот такие вот тени коричневые, которыми я красила себе верхнее веко. Сейчас оно мне не накрашено. Такая еще одна помада на всякий случай такого кораллового оранжевого цвета. Я спросила, какой лучше, но они выбрали красную. Потом вот такой карандаш от Kiko, которым я воспользовалась сейчас. Вот сейчас у меня подведены глаза им вместе с этой тушью от Pupa. И вот такой вот корректор, который очень понадобился даже другой девочке, которая была в видео. Она использовала вот этот контурный цвет там на своем лице. Вот. Вот такое содержимое у меня сумочки. Что вы об этом думаете? Как вам моя прическа вообще? Похожа ли я на Леди Ди? Это была моя цель, поэтому я думаю, что она достигнута. Большое спасибо всем за внимание и всем пока-пока.